Разлетаются черные вороны, уползают в леса упыри. Это мы едем, русские воины, называют нас богатыри. Богатырство не мерится возрастом, дело в силушке и кураже. Вон Илюха из Муромской области к нам призвался за 30 уже. В поле камень стоит занимательный, три дороги указаны в нем. Мы его прочитаем внимательно и попрем, как всегда, напролом. Змей Горынычу не покоряемся, пред Кощеем не падаем ниц. Нашей силушки хватит, ручаемся на 500 шамаханских цариц. Да не нужны те царицы нисколечко, все они наших девок тащей. Нам вернуться б конюткам да колечкам, да к родному котлу кислых щей. Да еще бы печеной картошечки, да еще бы соленый грибок. Эх, давай, заливайся, гармошечка, подпевай нам степной ветерок.